Все, Макс от нас сбежал. Куда он сбежал? Это размоченные какашки, а не глина. Галчата ТВ. Всем привет! Вы на канале Галчата ТВ. Сегодня наш Макс первый раз выходит на улицу. Без ошейника. Без ошейника, без поводка. Мы его хоть найдем потом? Ну вот еще, чего меня искать? Хочу, теряюсь, хочу, нахожусь. А, он сбежал от нас. Не сбежал, а пошел исследовать местность. Макс, ты не сбежишь? А, сбежит он. Ты его еще попробуй вытолкать. Алиса, молчи. Пускай не за меня попереживает. Макс очень просится на улицу. Мы очень долго не хотели его выпускать. Все, Макс от нас сбежал. Куда он сбежал? А, вот он. Леша, не бежи, он тебя боится. Давайте. Макс спрятался под кустом и сидит. Он с той стороны? Ну, пошли с той стороны посмотрим. Тра-та-та, за себя. Не нашли меня сразу, не так, нашли. Так, Макс такой весь перепуганный. Немножко не может понять, что происходит. Макс, вот Алиса, вот мы. Ты ж хотел на улицу. Ну да, а сосиски где? Молоко и что-то вкусненькое. А, это он специально убегает, чтобы мы его назад не завели. Нам главное, чтобы он не сбежал и не потерялся. Большой он. Макс, ну как тебе на улице? Ужасно, ничего вкусного нет. На улице нет. Нравится, я Макс? Я себе не так скажи, это все представлял. Алиска здесь. Ага. Они решили драться и здесь, на улице? Не дерусь я с ним, а играюсь. Алиска. А чего мне драться? А с кем мне играться? Я что, одна должна быть? Интересно. Идемте на детскую площадку. Пойдет за нами Макс или не пойдет? Пошлите на детскую площадку. Лучше вы мне на кухню предложили пойти за сосисками. Мы пришли на детскую площадку. Макс, как тебе на детской площадке? Сейчас я все смотрю и скажу свое мнение. Он сбежал снова. Алиса, ко мне. Молодец, умничка. Молодец, моя хорошая девочка. Да, Алиса у нас уже дрессированная. Мы не взяли ей сладости, но попробуем показать. Алиса? Алиса, сидеть? Кто разломал наши фигурки? А чё, что с ними случилось? Я их сейчас залеплю. Подожди, а что с ними случилось? Это те, что вы делали в горах? Да. Так а зачем ты их поставила под дождем? Ты вопросы задаешь. Ну, Шалюша вообще ни о чем не думает, что он делает. Да все уже, они ж нельзя было. Ты что, ты все поставил под дождем? Нет. Глина. У нас есть глина. Ну все, Илюш, ты их испортил на самом деле. О, Али с Максом там сходят с ума. Прибежала Алиса. Где-то следом бежал Макс за Алисой. Вы деретесь и днем, и ночью, да? Не деретесь, вернее, играетесь. И на улице, и в доме. Вечно наша Алиска пытается сражаться с Максом. Зачем он мне постоянно говорит, что его больше любят? Я в это не верю. Не любите ли вы его больше? Он меня просто дразнит. Смотри, а тут его загоняешь, он убежит. Прям будем его потом искать здесь на улице. Короче, Илюша, ты взял и испортил все, что ты делал. Ну, это только от тебя такое можно было ожидать. Ты превратил глину в какашки просто, понимаешь? Нет, теперь мы из них что-то другое. Это размоченные какашки, а не глина. Все, что я тебе могу сказать. Нет, это размоченная глина. Размоченная, черт знает что. Алис, ты видел, что он там сделал? Просто все поломал. Макс пришел. Максим. Ты не сбежал, не потерялся? Макс, между прочим, никуда и не уходил. Но все-таки он от нас далеко не отходит, это радует. На самом деле он возле нас, он бывает, если даже отбегает куда-то чуть дальше, то он просто сидит и наблюдает, да, Максимыш? Ты в шоке, что на улице? Улица, оказывается, такая большая, да, тебя держали в маленькой комнатке. Бедненький ты, несчастный. А в шоке, что я здесь делаю? Я уже 15 минут здесь голодным сижу. Но Макс как-то знакомится от дерева до дерева, от кустика до кустика. Все-таки он немножечко трусит. Алиска тебе все покажет, все расскажет, не переживай. Ага, а мама сказала, что ты трусишь, значит ты трус. Это я-то трус, ну, я не трус, я просто в засаде здесь сижу. Ага, какая засада, я думаю, ты боишься. Ой, кто говорил, вот это рыжая морда что-то здесь тявкает. Мне даже хочется смеяться. Продолжаем выгуливать наших питомцев. И всем пока-пока. И до новых встреч. Надеюсь, следующее видео будет тоже с Максом и с Алисой. И мы его здесь на улице не потеряем. Макс, ты не будешь от нас сбегать. Всем пока-пока и до новых встреч.